Посещение родственницы в доме престарелых оборачивается для почтенной пары Берисфордов неожиданными и опасными приключениями. Из приюта пропадает странная старушка, твердящая о зловещих преступлениях. И во что бы то ни стало, бабулю надо найти. Это катастрофа. Это еще хуже, чем я думала. Бабушка чем-то недовольна. Бабушка в шоке. Детективная комедия «Щелкни пальцем только раз» в пятницу на телеканале «Самара ГИС».